В отрасли здравоохранения будут внедрять новейшие технологии, современное диагностическое и операционное оборудование. И это позволит не только повысить уровень медицины в стране, но и привлечет туристов. В этом уверены мажилисмены. Разъясняя послание президента, они пообщались с врачами Восточного Казахстана, рассказали о предстоящих перспективах и затронули тему обязательного медстрахования. Во-первых, и в самом послании об этом сказано, что теперь медицинское, значит, страхование, оно позволит создать конкуренцию. То есть не только будет государственное медицинское обеспечение, но и будут частные соответствующие медицинские учреждения также оказывать помощь. То есть если есть конкуренция, значит, будет обеспечиваться и более качественная медицина.